Советского информбюро. 4 марта 1945 года войска Первого Белорусского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону немцев, за 4 дня наступательных боев продвинулась вперед до 100 километров и вышли на побережье Балтийского моря в районе города Кольберг. Восточной Пруссии, юго-западнее Кёнигсберга, наши войска продолжали бои по ликвидации окруженной группировки противника. Немцы, опираясь на долговременное укрепление, оказывают упорное сопротивление. В то же время немецкие пленные сообщают, что немецкое командование, пытаясь предотвратить сдачу в плен немецких солдат, издало приказ, в котором говорится: «По каждому солдату, который сделает без команды 3 шага в сторону русских, офицеры должны открывать огонь». За 4 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.